Всем привет, меня зовут Калинина Татьяна, и сегодня я отвечу на ваши вопросы. У профессионального астролога Татьяны Калининой график расписан поминутно. В ее школе одновременно учатся десятки человек, причем из разных стран, в том числе и в режиме онлайн. Но для нас она нашла время. Татьяна, здрасте, первый раз в школе астрологии, давайте разбираться вообще, кто такой этот астролог? Кто такой? Маг? Чародей? Нет, астролог – это не маг и не чародей, это человек, который профессионально занимается анализом положений планет. Если вы хотите делать прогнозы, то потребуется не меньше 9 месяцев активного обучения, несколько раз в неделю. Вот с этим условием наши ученики делают 83% правильных прогнозов из 100, что является очень высоким уровнем. Вторые европейские игры, конечно, уже не за горами. Очень интересно узнать, что же ждет наших белорусских спортсменов, так что это эксклюзив, настоящий астропрогноз.